моем городе слишком много. Команда «Нефтик» с успехом выступает в Северной лиге КВН с января 2018 года. На каждом этапе им удается занимать первые места, так что зрители «Нягани» уже знают имена всех участников из нашего города. Однако после полуфинала им придется запомнить имя новичка, который присоединился к «Нефтекамцам». Это Дамир Ильгамович, КВНщик и стендап-комик. Он также известен как ведущий республиканского телеканала и заслуженный председатель сельсовета всего Башкортостана. По итогам октября «Нефтекамцы» продолжают уверенно штурмовать Северную лигу. Финал ждет их уже в декабре 2018 года. Участники команды «Нефтик» подтверждают, что нуждаются в поддержке земляков и продолжают искать спонсоров для поездок на крупные фестивали КВН.